с вами Казуку Фэмили. А мы сегодня будем играть в такую игрушку, как Spider-Man на PS1. Так что всем приятного просмотра. И, как говорится, вперед. Так, тут в плане сложности ничего ж нету. Так. Управление посмотрю. Удар, кик, прыгать. А, это, наверное, R2. Ладно, по ходу дела разберемся, да? Уходи. Так. Технология — это свет, который прорежет темноту. Когда человечество объединится вокруг одной истины, истины основания технологического прогресса на научных методах, их нельзя будет остановить. Я, доктор Отто Октавиус, от имени всех ученых и бизнесменов заявляю, что мои обязательства перед человечеством будут выполнены. Спасибо. Спасибо. Отличная речь, Октавиус. Я думаю, я поступил бы точно так же. Просто хочется выйти вперед и поаплодировать. Фотографируй дальше, Тедди. Благодаря Джей, Джонни и Джеймсу, моя карьера окончательно состоится. 20-й, проверьте уровень 1-1. Задняя сцена. Нет. Кто посмел? Я так и думал, что у них все провалится. Спайдермен. По окончательной проверке это Спайдермен. Спайдермен, что он делает? Мне нужно одеть костюм и прекратить это безобразие. Я не могу справиться с толпой. Не могу перекричать. Согласен заплатить любую цену, чтобы избавиться от этого Спайдермена. Это был Эдди Брок. Кто это? Кажется знакомым. Все равно, будьте начеку. Он украл у Октавиуса его устройство. Я знаю, он видит меня. Моя камера. Нет. Все пропало. Все пропало. Я опять влип. Я опять слышу голос Джеймисона. Брок, ты проиграл. Если бы у меня была настоящая фотография всего этого дела, то у меня появилась бы отличная возможность избавиться от Спайдермена навсегда. С тобой все ясно, Брок. Не хочу иметь с тобой дело. Ты даже не сможешь получить работу фотографа свадеб в Сибири. Я постараюсь найти ее. Буду искать дальше. Опять. Погибают невинные из-за распространяющегося зла Спайдермена. Все просто, Брок. Яд здесь. Улика — это единственное, что нам нужно. Джеймисон и инсекты должны заплатить за все. Первая фаза завершена. Начнем вторую фазу. Да. Начнем. Музыка супер. Да и не только музыка, и вообще, в принципе, игра выглядит очень атмосферненько, даже хоть и старая, но это Spider-Man, ребята, это ностальгия, когда вам было по 15-13 лет. Вернемся в нее, как говорится, вернемся. Всем приятного просмотра, ставьте лайки, с вами Казуку Фэмили. Эй, Спайдер. Слушай, Блэк Кэт, что происходит? Я знаю, что были трудности, но банк ограбили. И у них заложники. Используй компас, чтобы быстро попасть в банк. Да. Спасибо.
Это... Блин, инвертация, ее можно убрать как-нибудь, нет? Да. То, что инвертацию нельзя убрать... Это неудобно. Должен попасть в этот... Кэт. Чего? Так, по-моему. Ага, вот. Все, я вспомнил. Так. Кулаки. Ага. Понятно. Спайдер ничего не боится. Что-то происходит тут. Делали. Еху, майху. Я уже наполовину испуган. Та-ра-та-та-та-та. Испуган он. Твою мать. Пока. О, полицейский вертолет. Озвучка пропадает, конечно, но что поделать-то? Это Игловен, 1033. Приступаем к заданию в банке Рица. Отлично, Игловен, следите за Спайдерменом. Смотрите у меня, ребята, не должно пропасть ни одного вонючего бакса. Ситуация полностью под нашим контролем. Не пытайтесь предпринимать никаких действий. Делайте все по нашей команде. Тебе серьезно от него досталось? Сейчас. А где Зе? То есть тут нету его, да? Ладно. Мы не сдаемся, да? Да, попытаю удачу. Правда, не уверен в этих двух. Это и есть банк? Да, но будь осторожен, Спайдер. Я видела, как грабители проникали в банк. Спасибо за совет, Кэт. Кэт, Кэтвумен. Так.
Оки-доки. На, получи, говнюк. Вот говно. Да ё-моё. А, о как. Это последнее. Да-да. Хорошо. Надеюсь, они думают, что я быстро сделаю вклад. Пока. У них точно есть заложники. Главное, чтобы никого не ранили. Боже, надо убираться отсюда. Бау, получи. Говнючело. Так. Ага, вот так, да? Удобно, удобно. Такое впечатление, что охраны не было возле тех дверей. Возможно. Дверь закрыта изнутри. Туда должен быть еще один путь. А-а-а. Может быть. Такое впечатление, что они взломали дверь охраны. Ага. Так. Ага. Не за что. Блять. Ох, рано. Встает так рано. Получи. Мерзопакостное чмо. Я уже наполовину испуган. На. А музычка прёт, а музычка тащит, а музычка хочет. Что? Всё, что ли? Так я что ли не всех этих заложи спас, разве нет? Или всех? Непонятно, непонятно, начальника. Может, на следующем этаже? Ну... Ладно, посмотрим. Он попал. На ТВ? О, спасибо, Спайдермен. Я этого не забуду. Спасибо.
Я этого не забуду. Спасибо. Скольких я спас или не спас? Хуис, кто? Опа, опа, какой деловой мачо идет, да? Хаес! Хуисес, привет. Ого, столько заложников. Мне нужно быть очень осторожным. Ничего не спутай. Установи таймер на бомбу. Грабители убежали, но что же мне делать с бомбой? Думай, думай. Думай, 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 думай. Блять. Я Халк, блять. Это напряжение. Вот в ПК-версии там вообще все плохо. Я не знаю, ПК-версия не у всех нормально шла. Ложи ее нахуй. Джона, я застрелил грабителя. Заткнись и набери 911. Купер здесь. Тебе надо... О, скорпиушка. Скорпиушка у нас. О, Спайди. Скорпио наблюдал за Джей Джона Джеймсоном с первого дня. Обвинял Джеймсона в упрямости и в плохом отношении к себе. Спайди, надо действовать быстрее. Или же Джей 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 закончит свои дурацкие эксперименты? Ух ты же, блядь. Компас покажет мне дорогу к Бьюго. Чувак, я понимаю, но тут как бы надо это... Следить за тем, чтобы чуваку не было плохо. Эй, эй, пока, эй. Да твою мать. Ребят, я все, конечно, понимаю, но... Блять, я чуть не упал. Да давай, двигай своей жопой, Спайди Кайби. Быстрей! Эй, будь начеку. Чем скорее мы поймаем Спайдермена, тем скорее босс нам заплатит. Куда ты гранату кинул, петух? Так, стоп, значит туда только, да? Оки-доки, быстрей. Ты умрешь, в следующий раз попробую сразиться. Конечно, my Führer. Так, сейчас. Ага, вот мы уже почти, да? Не попал. Попал. Так. Опа!
Послушай, Каркин, это новое тысячелетие. Куча новых технологий. Может, найдется такая, которая поможет вытащить тебя отсюда? Ты меня запихнул сюда. Теперь я заставлю тебя заплатить. Потерпи немного, Каркин. Ты загубил мне жизнь. Теперь я одолжу ее у тебя. Оставь их, Чаклз. Держись от сети подальше. Спайдермен, я обратился в полицию и получил вот что. God of War, блять. Даже разрушение есть, нихуя себе. Опа. Хрен тебе. Опа. Даже кидаться можно объектами, вы представляете? Зончик какой прям. Ну давай. Я не знаю, на что ты рассчитывал, спасая мне жизнь. Но это не сработает. Ты слишком умен для меня, Джей Джей. Охрана, вот он. Человек, который стоит там сзади. Стреляйте в него, стреляйте. Джей Джей, ради бога. Я сделал это в этот раз. Вот петух. Вездесущий Спайдермен, мне не верится, что это ты все натворил сегодня. Но я должен убедиться. Черт возьми, у меня даже не было времени объяснить. Просто расскажи мне. Я пойму, когда ты врешь. Сорви голова. Откуда мне знать, что ты настоящий грязный дьявол? Кто? Слушай, это правда. Спайдермен и Октавиус сделали новое изобретение. Но тот Спайдермен это не я. Кто-то подставил меня. Я еще не знаю почему. И если меня поймают, то может быть слишком поздно. Поэтому тебе лучше идти. Они передвигаются быстро. Но ты теперь мне веришь? Я не обязан тебе верить. Я знаю, что ты врешь. Но откуда? Давай договоримся. У тебя есть твоя суперсила. У меня своя. Я замолвлю слово о твоей невиновности, но без помощи полицейских. Счастливо. Вот это дела. О, да. Вертолет. Вертолет, вертолет. Будет офигенный трэш. Стойте на месте. Не останавливайся. Я был близко. Все как-то непонятно. Останови. Да, клёвый момент. Это был импостер.
Снайпер, блядь. Ёбаный снайпер, блядь. Да, вот это я понимал, было потому разнообразие геймплея. А не то, что раньше, блядь. Ой, не то, что сейчас, блядь. Делаю снимок. Вот раньше были игры, сука, интересные. Он двигается слишком быстро. Ставьте лайк, ты если так вокер. И было. Вокер, я вообще-то Паркер, блядь. Ой, блядь. Эй, все в том же стиле. Блядь. Не останавливайся. Так, а куда нам дальше, вопрос? Прям туда, что ли? О-о-о. Пока. Так. Сюда, да? Оставайтесь на месте. Блять, ну. Ага, сюда. Отлично. Так. Куда дальше? Все как-то непонятно. Воу. Так, стоп. Воу. Сюда, да? Да, сюда, походу. Ага. Опа. Наблюдаю в прицел. Я даже готов выстрелить. Да ладно. А я думал, ты готов не стрелять. А тупо, я не знаю. Гулять. Так, а сюда куда? Блять. Так, я немножко дезориентирован, как говорится, да? Какая высота у него? Ну. Я не знаю, какая высота, но... Так, подожди, а куда? А куда вообще? Стоп, куда нам вопрос? Вниз? Стоп, я что-то не пойму нифига, куда нам? Чё за глюк? А чё за глюк реально? Не пойму нифига. Нам что, наверх туда, что ли, на башню? Или куда? Точно. Тьфу ты, блин. А я не могу понять, куда нам, мать твою. Ну... Твою мать. Я как бы в курсах, да. Что нам как бы туда. Один выход. Да, понял тебя.
Ну! Блять! Ты издеваешься, Спайдермен! Придурок! Один выход. Ой, блядь. Наблюдаю прицел. Я даже готов выстрелить. Да иди в жопу, выстрелить он готов. Капец, сейчас 3 часа забираться, блин. Я, наверное, перед тем моментом сохранюсь. Какая высота у него? Какой высота у него? Так. Только один выход. Так, отсюда начнем.